тогда покойник покинул. Все показалось огонечным ему, и муравей создал себе богиню по образу и духу своему. И в день седьмой в какое-то мгновение она возникла из больших огней, без всякого небесного знамения. Мальчишка был легкий на ней, все позабыв и радости, и муки. Он дверь распахнул свое жилье и целовал ветреные руки, и старенькие туфельки его, и тени качались на пороге, безмолвный разговор они вели, красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли, красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли.